Привет, народ. Доброе утро или день. Вот он, конец октября, уже. Скоро уже ноябрь месяц. Как вы видите, полно отдыхающих. Набережная ломится от открытых кафешек, количество продаваемого пива, музыки, парк Малибу открыт вообще весь, видите? Вы сами понимаете. Дельфинарий там, ну и все такое. Вот. Шторм в море вижу далеко. Вот там на горизонте волнуется море. Прохладно. Сколько градусов? 13, наверное. 14, не больше. Куда ты пошла? Лаки, идем. Идем. На моря сходим, посмотрим. Одиссей, столовая. Вот будь я сейчас маленьким, обязательно бы, ну, помню себя, вот каким я был раньше. Обязательно бы каменюку запустил в эти стекла, чтобы увидеть, как блям-блямчики посыпятся. А такими вот мы были в советское время детьми. Сейчас я стал повыше. Как вы видите, ремонт тут на набережной. Плитку сняли. Ну, вы не волнуйтесь. Обязательно все восстановят. Лаки, все надо понюхать. Я на носки их одел, поэтому мне нормально тепло. Ага. Лаки там, ну, сами понимаете, по собачьи вполне поступило. Сегодня Лаки уже вторая стопка. Вот такой вот ремонт, скажем, формат мини. Сегодня ночью был такой шторм, волнение. Ну и сейчас тоже не очень спокойно. Вот видите, есть трое людей, там рабочие, которые все это делают явно. Давайте посмотрим на моря. Сейчас, минуточку, мы тут звонят. Так, продолжаем, ребят. Вот такое сегодня море. На санаторском пляже там тоже есть 5-6 человек. Сейчас посмотрим. И сколько там их? И там сидят еще несколько человек. Вот оно вам море, ваш пляж,
центральный, ваш любимый. Здесь были гидроциклы летом, сейчас их нету. Так же, как Анастасии и барракуды. Все, я хотел на Анастасии успеть прокатиться, но так и не успел уже в конце. Уже, в общем, кто не успел, то тому уже рано, да? Значит, дождись уже следующего года. Уже подождем следующего года, все уже. Ничего не сделаешь. Вот такое вот море. Вот там еще люди на пляжу. С ребенком. Вот такая вот прелесть, ребята. Ну, я, в общем-то, показал все, что хотел. Вот, пока не. А там посмотрим, что дальше. Быть может, еще вечером выгляну, но кто его знает. Всякое бывает, поэтому покамись, до скорых встреч, друзья. Покамись. Увидимся.